арбузы «Подарок солнца» являются первым сорт, который имеет кожицу золотисто-желтого окраса. К тому же эта культура высоко ценится за скороспелость, между появлением первых всходов до сбора урожая проходит всего от 68 до 73 дня. Сорт семян арбуза «Подарок солнца» получается компактным, короткоплетистым. Плоды созревают округлой формы, практически не превышают 4,5 килограмм. Мякоть контрастная на фоне кожуры, насыщенно красного цвета. На вкус сочная и очень сладкая, доля сахара достигает до 11%. Арбуз «Подарок солнца» — это травянистые. Арбуз «Подарок солнца» имеет скороспелый срок созревания. Плоды имеют массу от 3500 до 4500 грамм. Форма у плода округлая. Цвет плода золотисто-желтый. Вкус очень сладкий, мякоть сочная. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.